PEGI 16. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Женек, и сегодня мы поиграем в игру под названием Mortimer. Какое милое и красивое название игры. Эта игра что-то из разряда необычных игр, потому что... Я вообще решил продолжить рубрику необычных игр, потому что я сегодня пришел, значит, с утра на пары, сижу, зашел в ВК на паре. Чем еще заниматься на парах, кроме как сидеть в ВК, ясен пень. Зашел в ВК, значит, и смотрю, Женек, почему ты не продолжаешь рубрику «Необычные игры»? Вот, я продолжаю. Итак, сейчас начнем. Коту только по башке тресну разочек, а то он что-то там орет, сволочь. Итак, все, кота я накормил. Он, оказывается, жрать хотел. И сейчас мы с вами начнем играть в игру просто без «The». Mortimer. The Mortician. Mortimer Mortician. Science the new hospital. Увидел что-то новый госпиталь. И Mortimer. А, у Mortimer было деньги что-то. Парлер, он побежал. Я не понимаю, о чем вообще речь. Умер из... Кто-то там. Mortimer нашел план. Короче говоря, наш Mortimer маленечко наркоман, судя по всему. Судя по сути игры, видимо. Я не знаю. День первый. Все, мы начинаем. Воу. Воу, как эта игра не оптимизирована. Ой, какая она громкая. А, изначально, когда я запускал эту игру, она была достаточно быстрая. Она сейчас показывает FPS столько же, сколько и в прошлой. Давай быстрее. Давай. Раз, два. Ну. В смысле? Давай, два. Ну. Я же жму Space. Давай, клинит. Игра не оптимизирована вообще никаким образом. Потому что когда я играл в нее в самом... Ты будешь ходить сегодня? Когда я в нее играл изначально, то... Она вот так вот не висела. Все было в полном порядке. Но она показывает FPS столько же, но она при этом умудряется, сука, висеть. Ладно, мы с вами убили одного чувака. Давайте убьем еще одного. Блин, надо, короче говоря, по-быренькому. Опа, палево. Убирайся ты быстрее. Смотрите, а секунды идут нормально. А человечек бегает медленно. И работает все медленно. Ни хера не понимаю. В смысле? Until cops arrive. Че, от копов убежать? Пожалуйста, я убежал. Че, от копов надо было убежать? В смысле? Что мне сделать-то надо, я не понимаю. Копа замочить. На, в глаз. А, меня посадили. Немножечко неудачно. Ладно, давайте попробуем еще разок. Mortimer, говно, Mortimer, все, погнали. Ой, мы уже в каком-то другом месте. Я немножечко не понимаю, что, соответственно, надо делать. Нас пытаются арестовать. Нам надо куда-то убегать, насколько я понимаю. Но хотя я не уверен. Я не понимаю, что с этой игрой творится. Время показывается нормально, FPS показывается нормально, а тормозит она, конечно, очень нехило так. Изначально-то этого не было ведь, когда я играл. Ну да ладно, это, в принципе, не суть. Вы ж не обидитесь на меня сильно, я думаю. Так, Space. Ну давай-ка еще раз Space к ним, короче говоря, и почистим все. Все. Ничего не было. Чувак просто сдох. Бабища. Вот опять. Вот опять, смотри. Кто меня запалил? Смотри, люди идут. Да Space уже давай. Все. Help, говорит. Help. Тварь, беги! Беги, Mortimer! Ты что, ты тварь какая? Он за луз говорит. На! Сука ты! Чё? Чё мне надо? Until custody. Чё за until custody? Куда деваться? Чё делать? Ай, меня сейчас посадят опять. На, бабище, короче, нахер тебе. Всё, ладно. Меня маленечко посадили. Я понял, по-моему, суть игры. Надо убивать людей, только когда они в темноте.
когда они не под фонарями. Сейчас, значит, давайте найдем себе человека в темноте. Вот я вижу даже двоих там. Но это двое, блин. Они один в темноте, один там рядом стоит. Это не очень хорошо. Мужик, ты не хотел бы выйти отсюда, там, на минуточку, поссать, там, еще что-нибудь сделать, нет? Ладно. Вот, смотрите, там какой-то этот черт стоит. А, блин, тут еще. Ладно. Блин, а тут нету толком никого, кто находится в тени. Вот этого хмыря я сейчас успею завалить. На! Так. Чё ты амбуленс, Не-не-не-не-не, никакого амбуленса. Сейчас давайте-ка почистим за товарищами. Давай, клинай быстрее. Короче говоря, симулятор уборщика, если честно. Симулятор убийцы и уборщика. А смотри, как все вычистил, а? Ну, кроме того товарища. Давай. Я не знаю почему, но действия в ней тормозят. Мне не тормозит в этой игре ничего, ни время, ни какие-то еще функции. Но очень жестко тормозит движение и действие. Ария Клин написано. Там, конечно, кровище и трупешник валяется, но нормально. Ария Клин, самое главное. Так, вот тут вот есть хрен один, и тут есть один хрен. Мы можем убить этого чмыря. Тот все равно ничего не запалит. Не запалит ты? Нет, запалил, сука. Не-не-не-не-не-не-не! На, сука! На, сука! Чего? Ты чё, вызвал полицию, что ли? На, сука! Куда деваться тебе? Ай, ё-моё! Короче говоря, меня в любом случае поймают, походу. Всё, вот здесь меня никто не найдет. Я уборщик, я мою кровь. Ладно, меня нашли. Я, в принципе, не удивлен. Я немножечко не понимаю, как действовать в этой игре, если ты убиваешь человека, а второй стоит к нему спиной, и как они видят, я не понимаю немножечко. Они как-то видят, что я кого-то убил. Хотя, по сути, он этого видеть не должен. Чувак же даже вскрикнуть не успел. Если бы он там сказал, а, помогите, меня убивают, то понятно. Но он же молчал. Это что за мастурбационные комнаты, я не понимаю. Какие-то маленькие кабиночки, возможно, это туалет. Один человек закончил свои... А, это, по-моему, это что-то похожее, знаете, на какое-то кладбище или парк, я не знаю, я не очень хорошо разбираюсь в архитектуре в модной как-то. Что нам делать, подождите? Нам нужно выбрать одного человека. Одного человека, которого никто не заметит, который сдохнет и все, и всем будет насрать. Но что-то нет такого тут. Они, сука, все ходят вот этой кучкой. Нет, я могу, конечно, вынести целую кучку, но меня посадят. Меня опять-таки посадят. Сука, кого же из вас завалить-то, а? Тебе надо тетка черномазая. Но нет, ее запалит. Вот этих вот, если бы я эту... Нет, блин, там еще одна тёлка идет. Это, слушайте, это, сука, какая-то гениальная игра. Нихера непроходимая, правда, но гениальная. Вот! Вот, чукча! На, сука! Нет, нихера! Ничего не знаю, я мою пол. Я просто мимо проходил, он подскользнулся и разбил себе башку. И ее раскидало на еще на метр, короче говоря. Все, я вообще не при делах, все, пошли все нахер. Бегать. Уи-уи-уна. Ты бегать будешь сегодня, нет? Ай, все, короче, я сваливаю от вас. Ай, хер вам. Смотри, тут какой черт стоял. Это же черт? Да, это черт, сука, он там стоял. Там стоял мужик, короче говоря, я его даже не заметил. Ну, хер его знает, это... Неправильная игра, короче говоря. Так, окей. Мы опять в этом же здании. Сейчас, подождите минуточку. Вот так нам. Мы опять в этом же здании, и опять нам надо кого-то грохнуть. Интересно, если я завалю эту тёлку, увидит вот...
Зачем я, короче говоря, тыкаю в монитор? Вы же этого не видите. Короче, нас увидеть вот этот вот чувачок в красной пипке. На! Давай-ка на! Сука, на! Сука, на, говорю! Ладно, давайте быстренько почистим за товарищем. Потому что товарищ маленечко грязно пачкал пол, короче, нахер. Интересно, звук вообще как? Вам меня слышно или нет? Потому что в плане звука я не уверен. Я настраивал звук, я убавлял его в этой игре, но эта игра, она настолько непредсказуемая, ребята. Что просто хер его знает. Вот говорю вам русским языком. Все, еще одну почистили. Как бы два трупешника лежат, вроде бы я не палюсь. Тетка. Дядька. Вот этих тварей двух, я сейчас за этого. На, сука! На, сука, на! Все. Хер вам. Я маньяк, я, понимаете, я... Я хитман, только в волосах. Видите, я помыл полы, короче. Тетке сломал башку. Дядьки-то сейчас тоже приберем немножечко. Это Хитман в натуре. Это тот же самый Хитман, только волосатый. Волосатый Хитман, так я и назову серию. У него, кстати... У него красный галстук, между прочим. Вы видите, у него красный галстук. У него пиджак и красный галстук, а вы чё? Я уже четырех захерачил. Интересно, если этого захерачу, его кто-нибудь заметит вообще? Мне кажется, да. А хотя, может, и нет. Хотя, может, и да. А, давай. Я, блин, не хочу, конечно, рисковать. Ой, чё вы столпились-то? Чё у вас как много тут? Мне нужен один одинокий человек. Вот этот один, по-моему, одинокий. Я его сейчас захерачу, никто ничего не заметит. Носка. Так, давай-ка быстренько кровь вытрем. А чё это такое? Надо... Чё такое правая кнопка мыши? Зачем мне надо тыкать правую кнопку мыши, я не понимаю. А, еще одного мне надо вальнуть. Сука, мне надо еще одного вальнуть. Куда ты вот... Сука. Вот оно чё. Прикинь. Хитман, я же говорю, это Хитман. Я трупешник утараканил отсюда, нахер. Да вообще никто не найдет никогда. Так, мне надо вальнуть еще одного товарища, короче говоря. Тут вот у меня лежат несколько... А интересно, если я подойду к живому чуваку и ткну правую кнопку мыши, это как-то сработает или нет? Нет, рыжий, уйди отсюда, пожалуйста. Ты определенно мне мешаешь. Сука, еще один рыжий. А, это баба. Слышь, ты как тебя, Рон Уизли с сиськами, пошел вон отсюда. И сиськи забирай. Да, сука, уйди. А ну тебя нахер, короче. Я обвальнул его, но я боюсь, что... Чё-то тут все, Рон Уизли, Гермиона, носатый какой-то чмо, я не знаю. О, этот, как он? Звали-то его, Сириус Снэк, короче. Ботан, Гарри Поттер стоит. Смотри, Гарри Поттер, в натуре, только в квадратных очках. Сука, ты, Барри Алибасов в розовом пиджаке, ты нахер сюда пошел вообще? Тут все, короче, осталось у Человека, Паука и Супермена. Вот, вот, сука, спасибо. Чё, пофафать пошел в угол, да? Ну, молодчик вообще. На, сука. Еще бы, а кто это заметит-то? Никто ни хера не заметит. Я ж профессиональный убийца. Я все части Хитмана прошел. Кстати, это правда, я реально прошел все части Хитмана. А вы что думали? Вы думали, что я вам вру? Да ни хера. Три, сука, нет, троих я не убью. Ну как, могу, конечно, но палево. Главное, чтобы менты не приехали. А то менты приедут, менты же, они особо-то не церемонятся, они говорят. Нам настать вообще. Ты убивай сколько... Сука, тебя бы убить! Да я боюсь, не успею. Успею? А, сука! Кто? Кто, сука? Ни хера нет! Кто, сука, спалил-то меня? В смысле? Кто-то меня спалил. А кто? Антил Копс, говорит. В смысле, блин?
Да как так-то? Чё, горай, что ли, нам? Да кто меня спалил-то, ядрить? Ты, сука, меня спалил или кто? Я ж найду. Я ж найду и отомщу обязательно потом. Я выйду из тюрьмы, я вам отомщу нахер. Быстро в тачку. Давай в тачку. Ты говно. В тачку, говорю. Я опять пень, короче говоря, эту игру. Ребятушки, вот такая была игра. Называется она просто Mortimer. Обалденная игра, интересная, и нихера, правда, непонятно, что в ней надо делать, но она интересная, поэтому играйте в нее, всем советую. Это была рубрика «Необычные игры», поэтому всем спасибо за внимание, с вами был я, Женек. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на Твиттер, на Фейсбук, на Инстаграм, все есть в группе ВКонтакте, на который тоже подписывайтесь, сука, и на сам ВКонтакт подписывайтесь, всем удачи, всем пока.